Третий футбольный турнир, посвященный памяти Степана Чубенко, прошел в Краматорске. Он был игроком местной молодежной команды «Авангард». Турнир организовывает друзья футболиста. Как прошли соревнования и кто победил, знает Юлия Шкваренко. Футбольный турнир, посвященный памяти Степана Чубенко, проводят в Краматорске третий раз. Традиционно соревнования начались с минуты молчания. 16-летний вратарь молодежной сборной краматорской команды «Авангард» погиб в 2014-м. Перед началом игры спортсменов поприветствовала мама футболиста. Меня приваблюют загострення пристрастей, азарт и солодкий смак перемоги. Бывают и поразки, але их потрібно пережити и идти далі. Пусть будет так, как хотел Степа. И азарт, и пристрасти, и перемога. И мы рады, что турнир проходит уже третий год, собрал столько сильных команд. И я желаю вам красивого футбола, справедливого судей. Команды в первый раз сыграли на новом поле в саду Бернацкого. Площадку построили к 85-летию Донецкой области. На газоне проходило два матча одновременно. В каждой команде по 7 полевых игроков и вратарь. Впечатление класс, погода супер. Вообще, как в Англии, в принципе, не жарко. Это очень огромный плюс. Поляна шикарная. Первый раз мы играли, в принципе, в Туган-Барановского в зале. Было, конечно, тяжеловато, просто пол неровный, но сейчас класс, только удовольствие. Ну, желаю всем честной борьбы, главное победы. Ну и будем с нами стараться не ударить грязь в лицо. В этом году футбольный турнир приобрел статус областных соревнований. Организовали его друзья Степана. Этот турнир не столько носит спортивный характер, сколько в памяти о Степане и дружба между его друзьями. Здесь собираются его друзья в таком большом количестве, 8 команд. Победителем соревнований стала команда военной службы погранотряда. В следующем году турнир, посвященный памяти Степана Чубенко, планируют расширить и пригласить футбольные команды из Дружковки, Славянска, а также Добропольского и Александровского районов. Юлия Шкваренко, телеканал «Донбасс».